Аль-Каида, Талибан, Исламская республика Иран, Иранские министерства обороны и финансов, национальные газовые и нефтяная компании. Список ответчиков по иску, поданному в 2011 году, весьма широк и, видимо, соответствует масштабу дел, входящих в компетенцию обычного суда Южного округа Нью-Йорка. Судья Джордж Дэниелс после 5 лет изучения неизвестно каких документов, материалы засекречены, постановил. Компенсацию пострадавшим и родственникам погибших в терактах 11 сентября должен выплатить Иран. Хотя среди тех террористов не было ни одного гражданина Ирана, почти все из Саудовской Аравии, в том числе и признанный организатором Усама бен Ладен, лидер, созданный при поддержке американских спецслужб для войны против СССР в Афганистане, Аль-Каиды. Суд принял решение, основываясь на показаниях 3 анонимных свидетелей, которые в деле обозначены лишь буквами X, Y, Z. Они якобы перебежчики из Ирана, и больше о них ничего не сообщается. Все трое, при этом в зале суда от их имени говорили адвокаты, так как сами они не присутствовали, заявили, что Иран вступил в союз с Аль-Каидой еще в начале 90-х. Этих утверждений хватило судье, чтобы обязать Тегеран выплатить в общей сложности 10,5 миллиардов долларов. По мнению Дэниелса, Иран должен отвечать за преступления, совершенные иностранными гражданами на иностранной же территории. В итоговом документе прямо написано: Иран признан виновным, потому что не предоставил доказательства своей невиновности. Избирательность и экстерриториальность американского правосудия в действии. Ни судебное решение, ни власти Соединенных Штатов никаких принудительных мер применить не могут, поскольку в противном случае это будет рассматриваться уже как нарушение прав Ирана. Единственное, кто мог бы, да, теоретически в данной ситуации высказаться о правомерности или неправомерности действий Ирана в той ситуации, о которой говорит американский судья, так это только Совет Безопасности ООН. Беспрецедентное судебное решение принято именно сейчас, когда идет процесс разблокировки иранских активов в США и Европе. Причем по мере разморозки они буквально тают. Нам сначала говорили, что мы вернем иранцам от 100 до 150 миллиардов долларов. Потом администрация пересчитала и сказала, ну мы думаем, они получат около 50. Недавно официальные лица Ирана заявили, что речь идет о сумме более 100 миллиардов. Так все-таки сколько? Меньше 50. По мнению экспертов, как раз легким доступом к деньгам Ирана и можно объяснить решение суда Нью-Йорка. Замороженные активы Ирана ведь все еще в США, а значит, американские власти уже их контролируют. Попробуйте получить компенсацию от иностранного государства. Сверхсложная, почти невыполнимая задача. А в случае с Ираном ничего просить не надо, деньги уже здесь. Постановление окружного суда Нью-Йорка не имеет никакого значения на международном уровне, но могут вызвать серьезные международные последствия. Иран бы имел ведь право сказать: друзья, вы нарушили наши соглашения. Вы отказываетесь возвращать наши активы. Соответственно, это влияет и на наши обязательства по ядерной программе. Это очень опасная игра с фундаментально важными вопросами не только в американо-иранских отношениях, но и в деле ядерного нераспространения и стабильности всего Ближнего Восточного региона и Персидского залива. При этом всего полгода назад этот же судья отклонил аналогичный иск к Саудовской Аравии. Джордж Дэниелс тогда объяснил, что Саудовская Аравия – суверенное государство, обладает иммунитетом, а значит, по американским законам заставить платить компенсацию невозможно. Вероятно, Дэниелс...